могут забрать на фронт? Конечно. Сам бы пошел. Вот возьму и пойду. Никуда ты не пойдешь, Алексей Медведев. Знаешь, что ты тут тронь, вот и хорохоришься. А почему ты так решила? Тебя не заберут. Ты же ценный сотрудник и защита на носу. А всех умных забронируют. А по-твоему, они дураки воевать будут? Я больше не желаю с тобой разговаривать. Вероника, я хотел тебе сказать. А я не желаю. Послушай. А что ты мне завтра подаришь? Секрет. Если что-нибудь вкусное, я съем и сразу забуду. Ты мне подаришь что-нибудь такое, чтоб на долгую память. Когда ты со мной, я ничего не боюсь. Даже войны не боюсь. Вероника. Послушай, я тащу себе на свадьбу белое подвенечное платье, такую бабушки и фату, такую длинную. А ты надень черный костюм, и мы с тобой вместе пойдем. Зайц. Решено. Решено. Подожди, а на какое число поездка? На сегодня, в 5 часов. Подожди, а я? А как же я? Я не хотел тебя огорчать. Завтра ведь твой день рождения. Ну вот, ничего не случится, слышишь? Вероника, я обязательно вернусь, и мы с тобой будем жить долго-долго. Сто лет. Мы еще успеем попрощаться. Только не опоздай, ладно?